Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про Лагота Романьола. Лагота Романьола, или итальянская водяная собака, одна из древнейших пород собак в мире. Она была выведена в Италии в 16 веке. У Лагота Романьола прекрасно развито чутье, поэтому несколько веков назад ее преимущественно использовали для поиска трюфелей. Сегодня представители породы, заводчики всего мира, ценят за общительный, дружелюбный и очень добрый характер. Это замечательный компаньон. Любит всегда находиться рядом с хозяевами, с владельцами, всегда ловит любой взгляд, любое движение. Легко обучаемая порода, то есть, в принципе, его особо дрессировать не надо, очень хорошо понимает обычную речь. Общительный со своими, кого знает, к посторонним довольно-таки недоверчивые, могут работать звоночком, то есть оповестить о приходе чужого могут, но при этом агрессию какие-либо к людям не проявляют. Укусить такого нет. Лагота Романьола – крепкая собака средних размеров. Рост в холке у представителей породы, как правило, составляет от 41 до 48 сантиметров, а вес обычно колеблется от 11 до 16 килограммов. Шерсть у итальянской водяной собаки курчавая и жесткая на ощупь, с густым водонепроницаемым подшерстком. Лагота Романьола – неагрессивные собаки. Они отлично ладят с детьми и великолепно уживаются с другими животными. Уживаются с детьми вообще замечательно. То есть это нянька, будь здоров, обожает детей. С другими животными тоже замечательно. У меня помимо него дома еще два кота и терьер, который он сидит рядышком. Не, он там в клетке торчит мордочка. Вот. Это наша подружка, с которой мы вместе гуляем. То есть, в принципе, собака общительная и дома замечательно уживается со всеми. Я его привела, когда у меня уже был тому псу 4,5 года, котам тоже уже там одному 6, другой кошке там 3 года. Поэтому вполне хорошо его можно второй, третий собакой заводить. При уходе за Лагота Романьола особое внимание стоит уделять физическим нагрузкам. Некоторые специалисты даже рекомендуют обязательно включать в распорядок дня животного плавание. Кроме этого, при содержании итальянской водяной собаки необходимо следить за состоянием шерсти животного. Периодически водить собаку на груминг и расчесывать минимум один раз в неделю. По уходу собака, в принципе, довольно-таки очень простая, если не заморачиваться с выставками. Это стрижется довольно-таки коротко и чуть ли не на полгода вполне хватает, ну, раз в неделю прочесать, чтобы не было колтунов. А так не линяет, запаха практически никакого нет, обычно, ну, как шерстью пахнет, и то только мокрая шерсть. Вот. Я его мою раз в 2-3 недели, и, в принципе, от него все время пахнет шампунями. Вот так вот стрижка. При этом вот его, чтобы поддерживать в выставочной форме, я стригу где-то раз в месяц. Немножечко подкорачиваю чуть отросшую шерсть, и вот он всегда в хорошем виде. Средняя продолжительность жизни собак породы Лагота Романьола составляет от 15 до 17 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!